Перед нами Креман от Люсьен Альбрешт. Креман – это вино, произведенное по традиционной шампанской технологии, но не в шампане. В данном случае у нас Креман из Эльзаса. И Люсьен Альбрешт является пионером производства креманов в этом регионе. Благодаря его усилиям в 70-е годы игристые вина Эльзаса получили официальный статус креман. Что характерно для Эльзаса, белые креманы здесь делают из сортов Пино Блан и Ксеруа. И креман от Люсьен Альбрешт не является исключением. Взрывной аромат свежих зеленых и белых фруктов, персик, айва, зеленое яблоко. Отдельной нотой проходит нюанс хлебной корочки и бриоша, который возникает благодаря длительной выдержке вина на осадке. Вино обладает потрясающей текстурой. Обволакивающий мусс прекрасно балансируется звенящей свежей кислотностью. Великолепное, долгое, пышное, яркое послевкусие, которое приглашает вас сделать еще один глоток.